Привет, друзья, подписчики моего канала, просто зрители. Ну, наконец-то пришел мой аэрогриль мини, печь-дегидратор, Оберхоф Браттон X7. Замечательная штуковина, которая очень сильно экономит ваше время. Друзья, аэрогрили значительно экономят время на приготовление ваших блюд. Вот конкретно вот этот вот более чем 50% готовит все быстрее. И поэтому сейчас буквально за 15 минут мы приготовим очень вкусное блюдо из скумбрии. Это будет фаршированная скумбрия с овощами гриль. Будет вкусно, быстро и просто. Итак, для сегодняшнего рецепта нам понадобится скумбрия, два кальмара, овощи, головка, пару зубчиков чеснока, небольшая луковица. Единственное, что заранее подготовил, друзья, это сварил пакетик риса. Специально не стал там брать какой-то нормальный рис, чтобы варить. Вот пакетик закинул, в кипяток быстренько сварил, потому что все делается очень быстро. Рис нам понадобится для начинки, так же, как и кальмар. Ну вот, начнем мы со скумбрии. Так, овощи пока уберем в сторону. Скумбрию мы сейчас с вами почистим. Голова нам здесь... У скумбрии не нужна будет, поэтому голову уберем. Но голову мы выпотрошим, она как для декора нам пригодится, а так лучше ее убрать. Убираем хвостик, он подсушенный, видите, ни к чему он тут вообще. Разрезаем вот здесь кишочку, берем вилку и удаляем кишечки, не разрезая брюшко. Убираем кишки, все, вот придавили просто чуть-чуть. И вот видите, мы подрезали кишочку, она все вытаскивается. Все, это дело сейчас мы помоем и будем фаршировать. Как видите, все очень просто. И легко. Итак, друзья, продолжим. Все, рыбку я выпотрошил, помыл, все чистенько, никаких там бяк не осталось. Теперь нам нужно ее присолить, пока будем подготавливать начинку для нее. Голову я тоже использую, но вообще в обычной жизни я их выбрасываю. Не китовые, ну, не лососевые головы, там особо есть нечего. Ну, для красоты я их оставлю. Рыбку переворачиваем, присаливаем. Все, убираем в сторонку, пускай сейчас соль вытягивает из нее влагу лишнюю, потом промокнем и будем готовить. Дальше, друзья, берем небольшую луковицу. Это у нас будет начинка. Вот достаточно лука. Давайте, наверное, знаете, как сделаем? Возьмем половинку такого репчатого лука и одно буквально перышко зеленого лука. Зелень мы пока отрежем, она чуть позже пойдет. А белую часть, он такой ароматный лучок, хоть и тепличный, конечно. Так, лук пошел сюда. Сразу к луку берем 2-3 зубчика чеснока. Наверное, 2 достаточно будет. Тоже меленько порубим и отправляем к луку. Друзья, это все приготовление, потом все дело пойдет очень быстро. Берем кальмара свежего, почистили. Нарезаем на небольшие кубики его, чтобы потом было удобно запихнуть нашу начинку с кальмаром в скумбрию. Берем парочку маленьких кальмаров или одного большого. Тут сильно многого не надо, так что будет все нормально. Для начинки все готово. Лучок, чесночок, кальмар порезанный. Рис. Начинаем готовить начинку. Хорошо разогретое масло кидаем на нарезанный лук, чеснок. Как пошел запах? Ничего не обжаривать не надо. Вот запах пошел буквально 30 секунд. Пошел кальмар сюда. Подготовка к приготовлению занимает больше, чем само приготовление. Кальмар готовится моментально. Буквально 40 секунд. Все, кальмар готов, добавляем сюда рис. Получается почти плохо, можно добавить сюда еще яйцо жареное и будет жареный рис с морепродуктами. Популярная китайская закуска. Сейчас жидкость, которая вышла из кальмаров, она впитается в рис и он будет очень вкусным. Ну, в принципе, все готово, выключаем. Теперь берем слегка остывшую начинку, друзья. Не надо ничего жарить, добавляем мелко порезанный зеленый лучок. Рис с кальмарчиком готов. Можно добавить креветку сюда добавить. У кого что есть. Все, готово. Переходим к следующему этапу, друзья. И пока рис немного остывает, нам нужно подготовить овощи для гриля. Сейчас мы быстренько все это сделаем. Так, овощи для гриля, друзья, могут быть абсолютно любые. Я беру обычно, как делаем на шашлыках. Да? Зубчики чеснока. Просто их раздавливаю в пакет. Лучок. Репчатый. Разобрите его на эти, чуть-чуть на чешуйки. Перец. Острый перец. Ой, мясистый какой хороший. Так, наверное, давайте пополам тоже резану. Здесь же у нас не на костре готовим. Все в пакет. Помидорки черри разрезаю хвостиком. И туда. Так, все, помидорки хватит. И кабачок, цукини. Нарезаем его, не сильно толстыми колесиками. Закидываем все, друзья, в пакет. Как видите, все проще не бывает. Берем немного
соли, свежемолотого черного перца и растительное масло. Завязываем пакет и просто перемешиваем. Оставляем пока в пакетике, пусть маленько помаринуется, постоят. Все, овощи для гриля готовы. Так, ну все, осталось дело за малым. Берем нашу начинку, берем рыбеху и просто наполняем ее вот этим вкусным ароматным рисом с кальмаром или там с любыми морепродуктами, которые вы можете сделать. Это будет вкусно. Получится два в одном. И рыбка, и гарнир. И все это, друзья, буквально за 10-15 минут. Все очень быстро. Так, ну суть понятна. Сейчас я наполню их и продолжим. Итак, друзья, все, у меня все готово. Видите, какая рыбка получилась, пузатенькая. Укладываем все дело на решетку. В комплекте к этому грилю их три. На одной мы поставим рыбку, на второй поставим овощи для гриля. Смотрите, как все красиво смотрится. Ну, в общем-то, и все. Готово. Запускаем гриль и готовим. Друзья, рыбку я поставлю на низ, а овощички поставлю наверх. Чтобы, когда овощи будут подпекаться, с них сок капал на рыбку. Вот так. Так, но это еще не все. Запускаем гриль. Программа уже установлена. Запускаем рыбу. 200 градусов. И температура на 15. Так, ну 15 минут будет все готовиться. Нам поставим на 7 минут. Сейчас она рыбка обсохнет. После чего, пока она 7 минут обсыхает, мы сейчас сделаем быстренько к ней еще обмазочку соуса, чтобы это было вообще вкусно. Пойдемте в сторону чуть-чуть. Места маловато на кухне. Для соуса нам понадобится. Это будет не соус, а обмазка для рыбы. Возьмем тарелочку. Разбавим в мисочке ложку меда. У меня столовая. К этому меду я добавлю сейчас, друзья, чайную ложку бобовой пасты кочуджан. Красный, острый, очень ароматная штука. А в сочетании вот именно в таком она просто... Ну, если у вас нет такой вкуснятина, то возьмите просто... остренькая, хорошая, как я люблю. То возьмите горчицу, мед и соевый соус. Тоже будет неплохо. Друзья, и половинку апельсина. Выдавливаем свежевыжатый сок. Если там попадает цедра, то это замечательно. О, все размешиваем до однородного состояния. Сейчас размешаю. Мед густой, видите, тяжело мешается. Все, соус размешался полностью, все растворилось. И сейчас вот можно добавить в него, конечно, немного соли. Но все-таки это азиатская тема, поэтому добавим немного соевого соуса. Все, вместо соли. Не любите соевый, добавьте соли. Соус готов. Очень-очень вкусный, ароматный соус получается. Как видите, все максимально просто и быстро. Из того, что у меня всегда есть в холодильнике, можно приготовить что-то очень даже неплохое. Так, ну все. Осталось сколько там? 6 минут, 3 минуты. Сейчас рыбка подготовится, подсохнет и включим. Обмажем ее и будем запекать. Так, друзья, 7 минут. Прибор отработал. Открываем, вытаскиваем из него овощи гриль. Они уже готовы. Сейчас они немножко подостынут. Сейчас покажу. Вот такая красота получилась. Смотрите. Ничего не подгорело, все в меру, все альденте, чесночок подрумянился. Так, пускай это дело остывает. Друзья, если мы рыбку сразу обмажем, вот этой обмазкой, которую я сейчас хочу обмазать ее, а мед начнет гореть, и рыбка почернеет у нас, и будет некрасиво. Так, поэтому ее нужно сначала там 5-7 минут обсушить сверху. Видите, как получилось? Горячее, не могу вам близко показать. Вот так. А сейчас мед нам даст очень хорошую золотистую корочку. Обмазываем соусом все это дело, головы тоже. Эстетическую часть не забываем. Так, о, запах на горячую соус попадает, это маска, классно. Пахнет очень хорошо. Ну и все, закидываем снова в печку и вставляем, ну, по времени минут 8-9 можно поставить. И там контролировать визуально. Ставим, короче, 8 минут, а посмотрим, может быть, чуть-чуть добавим. Так, друзья, смотрите, все, с одной стороны все подпеклось, все замечательно. Теперь я просто переверну, что вторая сторона мне тоже подрумянилась. И также сейчас помажу ее моим вкусным соусом. Оп, все, видите, все в аккурат хватило. И соуса, и рыбки, все отлично. Все, еще 2 минутки и все будем пробовать. Так, ну все, друзья, как и обещал производитель, 15 минут. У меня 17, вторую сторону поджарил. Можно было поставить, конечно, на низ. Я думаю, наверное, само поджарилось. Но я перевернул и сделал на среднем этом. Смотрим, что получилось, друзья. Очень горячо, конечно, все это дело. А получилось у меня вот что. Глядите на это. Капает. Сейчас я, друзья, накрою. Тарелку все уберу и посмотрим, что получилось. И попробуем, конечно же. Ну что, друзья, в общем-то, все готово. Смотрите, что получилось. Шкурка подрумянилась. Овощички давайте попробуем. Овощи, слышите, хрустят. Чутко сыроватые. Альдента. Такая классная вещь. Друзья, овощи приготовились идеально, конечно. Прям как вот должны быть. Пробуем рыбку уже. Опа, смотрите. Рыбка влажная. Ничего не пересохло, потому что готовилось на высокой температуре и очень быстро. Давайте с перчиком. Вот так это дело попробуем. Ой, какая вкуснятина. Друзья, это волшебно. Давайте, ой, доберемся до начинки. Косточки уберем. Единственный недостаток то, что косточки нельзя убрать отсюда, да? Предварительно. Рис с кальмарчиком. Вот эта шкурка, обмазка.
медово, вот это вот с этим катюджаном. Это просто волшебная штука. И лучок грильный. Как вам? Смотрите, как это блестит. Друзья, ну что вам сказать? Вот я бы такую рыбку с этими овощами заказал бы в ресторане, заплатил бы денег и нисколько бы не пожалел. Это вкусно. Готовится просто. И нет у вас пока еще гриля. Да просто в духовке приготовьте. Единственное, недостаток готовить в духовке, это чтобы вот нагреть мою духовку, допустим. Это надо минимум полчаса ждать, пока она нагреется до рабочей температуры. Долго. Здесь все гораздо быстрее. Вот я уложился буквально там в 25 минут. Со всей подготовкой, с чисткой рыбы, нарезкой овощей и приготовлением еды. Так что, друзья, всем, кому понравилось видео, ставьте пальцы вверх. Кому нужна такая печка, кому кто заинтересовался такой печкой, хочет приобрести, может быть, посмотреть поближе на них. Я оставлю ссылочку в первом закрепленном комментарии. Также в описании переходите на сайт. Познакомьтесь, посмотрите. Брендом Oberhof, я говорю, пользуюсь уже не первый год. И никаких нареканий вообще нет. Давно знаю его, поэтому использую в своей кухне только их. Ну все, друзья, на этом заканчиваю. Всем до встречи и всем пока. Завтра, кстати, в этом аэрогриле я думаю сделать какой-нибудь вкусный шашлычок с рыбки. Давно хотел попробовать его, и надо, наверное, сделать шашлык Наполеон из рыбы.